Вы определенно знакомы с этой машиной, даже если не знаете ее по имени. Герой и антигерой множества исторических военных конфликтов, фильмов и игр. Т-72 «Урал» – один из самых массовых ОБТ, причем не только на родине. Подарок от щедрых советов активно поставлялся на экспорт во множество стран, а в некоторых даже собирался по лицензии. Неудивительно, что именно 72-ка стала основой для массы модернизаций, в том числе и за рубежом. Например, в Сирии. Та в начале 2000-х годов для поддержания актуальности вооружения армии по соглашению с итальянской компанией Officine Galileo стали модернизировать Т-72 разных модификаций системы управления огнем Турмс-Т, ранее устанавливаемой на танке Си-1 Ариетте. Модернизация позволила машине эффективно выполнять боевые задачи в ночное время и в условиях недостаточной видимости, благодаря улучшенному обзору из танка и качественной современной электронике. К 2006 году было произведено 122 комплекта Турмс-Т, и один из них поставили, в кавычках, конечно, нам, War Thunder. Вашему вниманию Т-72АВ Турмс-Т, премиумный танк деревоисследования наземной техники СССР. Вооружение. В порядке. Стабилизированная в двух плоскостях 125-миллиметровая пушка 2А46М, оснащенная автоматом заряжания на 22 снаряда боеукладки первой очереди. Всего же в танк можно загрузить 44 выстрела. На выбор доступны 4 боеприпаса, пара мощных ОБПС, кумулятивный и фугасный снаряды. В качестве дополнительного вооружения представлены спаренный 7,62 и зенитный 12,7 мм пулемет. По наследству от бати с дедом, конечно, достались и не лучшие УВН, и низкая скорость наведения. Но эти недостатки компенсируются жирными плюсами. Машина оснащена современной СУО, 12-кратная оптика, лазерный дальномер, тепловизор отличного качества и система дублирования управления вооружением помогают в любом бою. Компоновка. Плотная и классическая для советской школы танкостроения. МТО в корме, боевое отделение перед ним. Т-72 менее габаритный по сравнению с западными ОБТ, а значит и место внутри заметно меньше. Управляют танком 3 дружных танкиста. Командир и наводчик сидят на автомате заряжания в башне. И мехвод в передней части корпуса между двумя топливными баками. Вся боеукладка сконцентрирована в центральной части корпуса под башней. Чтобы немного повысить выживаемость, рекомендуем не брать в бой более 22 снарядов, чтобы не загружать боеприпасы никуда, кроме как в автомат заряжания. Живучесть. Детально на бронировании останавливаться не будем. Т-72АВ воюет в таких боях, где все для всех решается за 1-2 выстрела. Поэтому скажем лишь, что он обладает средней живучестью. Благодаря динамической защите «Контакт-1» танк хорошо защищен от кумулятивных снарядов и противотанковых управляемых ракет. Первое попадание такого средства поражения выдержите с большой-большой вероятностью. Против подкалиберных же снарядов бронирование хуже, почти полностью от них защищена лишь башня. Поэтому играть стоит аккуратно, максимально не подставляясь и не перебарщивая с ромбованием. К тому же из-за всего 3 членов экипажа танк редко выживает после пробития в район боевого отделения. Подвижность. Хорошая. 780-сильный двигатель по пересеченной местности позволяет двигаться со скоростью 40 км в час, а по лучшим поверхностям развивать и все 60 км в час. А вот реверс классический, по пальцу одной руки, 4 км в час. Откровенно мало, что уж там. Нет разворота на нулевой передаче, танк поворачивает на одной гусенице. Поэтому для эффективного разворота вначале даем небольшой импульс вперед и только потом дергаем рычаги поворота. В остальном подвижности танка вполне достаточно, чтобы занимать и менять позиции, однако быстрее соперников он точно не будет. Учитывайте это при движении в первой линии атаки. Применение. Как вы уже поняли, танк обладает отличным орудием, превосходной оптикой, такая у советских танков только на 7-м ранге, крепкой башней и достаточно нежной тушкой. Поэтому играть стоит в первую очередь от башни, используя складки местности. А если таковых не имеется, можно выкопать и свое собственное укрытие. Специально для этого предусмотрен выдвигаемый бульдозерный отвал. Не панацея, конечно, но уязвимые места прикроет. Активно используйте ТПВ, в том числе и в командирском прицеле. Это позволяет быстро и удобно обнаруживать цель без лишних поворотов башни, отчасти компенсируя медленное наведение. Цельтесь только туда, где точно обнаружили противника, и не забывайте, что у танка есть лазерный дальномер. Пользуйтесь!
Помимо уже упомянутой оптики, есть еще и дублирующая система управления огнем, которая позволяет командиру брать орудие под свой контроль, а значит, даже когда наводчик теряет сознание, мы можем сделать ответный выстрел по противнику. А вот в ближний и особенно городской бой лучше не соваться. Медленный задний ход сильно сковывает маневр, хотя тут есть небольшой лайфхак, товарищ. В некоторых ситуациях для изменения позиции лучше не мучительно пятиться назад, а развернуться на 180 и быстро отойти под прикрытием дымов. Что в итоге? По корпусу и подвижности типичный такой советский парень. Ни хуже и не лучше. По оружию и системе наведения вполне современный европеец. Этим Т-72АВ Турмсте подкупает. Танк для средних и больших дистанций, где себя полностью раскроет современная электроника и можно будет прятать уязвимости бронирования. Подробнее о Т-72АВ Турмсте читайте в статье на War Thunder Wiki. А также не забывайте подписываться на наш канал.